Эй, дорогой, смотри, какой у меня подарочек для тебя. Он такой прикольный. Ха-ха-ха. Смотри, что сейчас будет. Вот это будет приколюшка. Все для тебя, малыш. Эй, бабка, ты чего? Ё-моё, это кто? Я чуть не описался. Как страшно, бабка, кто это такой? Ха-ха-ха, если ты чуть не описался, то значит остальные обделаются, ха-ха-ха! Здорово, коты, с вами котенок Лайк, и мы снова пришли к нашей злобной училке. Вы видели, что она приготовила на Новый год за подарок? Это гигантский цветок, который всех лопает. Сейчас мы с вами сделаем так, чтобы этот цветок слопал злую училку, и она больше никогда не ставила нам двойки. Обязательно за 3 секунды ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Тогда злая училка никогда вас не поймает. Раз, два, три. Молодцы, коты. Вы только посмотрите, что у нее происходит. Какой-то мальчик качается на качелях. Здесь куча разных вещичек, но пока ничего интересного мы не нашли для нашего суперкрутого пранка. Нам надо обязательно сделать так, чтобы цветок ее слопал. И она этого не ожидала. Опа, вы посмотрите, муженек злой училки. Интересно, он не просто так здесь ходит. По-любому у него что-то есть, что нам может понадобиться. Какой серьезный. Ничего себе, надо за ним проследить. Аккуратно, главное, чтобы он нас не заметил. Плешивый, ты че сюда пришел? Ох, коты, жалко, что мы попались. Мы же вроде аккуратно подкрадывались, но все равно этот старый пердун нас услышал. Ладно, позвоним в звоночек. Как раз кто-нибудь откроет эту дверцу. И мы нашкодничаем. Очуметь, значит, наверху где-то шляется муженек нашей старой училки. Надо его снова найти и опять попытаться посмотреть, куда же он идет, чтобы выяснить, как нам устроить наш супер прикольный пранк. Муженечек, ты где? Алло? Чё-то нигде его не вижу. Может, в туалете застрял? Мужчина, вы где спрятались? Опа, это же комната графа Дракулы. Только теперь нельзя открыть его ящик. Очуметь, зато можно поиграть на рояле. Но пока что нас никто не слышал и не идет сюда. Это немного странновато. Ладно, коты, давайте включим свою чуйку и попробуем унюхать. А вот и он, как раз. Начали унюхивать и увидели муженечка злой училки. Вы только посмотрите. Он опять ходит, бродит, таску наводит. Это что такое, тыква? Блин, дай пройти. Привидеша, здорово, как дела? Все, аккуратно. Отсюда можно выглядывать, и он нас не заметит. Главное, чтобы в этот раз он нас точно не схватил. Аккуратненько, мне что-то крипово. Все, он зашел в комнату, давайте посмотрим. Где он там прячется и что вообще делает? Вы видели, он прямо рядом здесь стоял. Очуметь. Ты уже ушел? Вон он пошел. Аккуратно, надо за ним следить. Я такой гуляю, хожу. Кошатина не вижу нигде. Естественно, я ж спрятался. Мне кажется, он сейчас пойдет на первый этаж. Надо будет быстренько его найти. Воу, посмотрите, какой я красавчик. Неплохо. А куда он делся? Опять, что ли, в какую-то комнату зарулил? Серьезно? У него что, вечерний обход? Здесь нету. Вот он. У-ху, чуть не попались. Блин, он идет прямо сюда. Здесь никого нету. Идите куда-нибудь в другое место гуляйте. Все, он пошел куда-то дальше. Нам повезло, коты. Сейчас мы осуществим наш пранк. Это будет очень прикольно. Интересно, куда он идет вообще? Главное, чтобы он нас не заметил. Вообще, он старый и слепой и не должен нас увидеть на таком расстоянии, но кто его знает? Они же тут все немножко сумасшедшие. Особенно училка. Наверное, ее муж вообще преподаватель труда. Он же...
кто он вообще? Я не знаю, кот, он просто старый лысый мужичок. Все, отлично, он ушел в комнату, и сейчас мы будем спускаться туда, но там уже идет учительница на кухне, она голодная, видать, решила что-то полопать. Надеюсь, она нас не схватит. Надо аккуратненько. А, все, она пошла наверх. Фу, супер коты. Вот сюда, по-моему, и зарулил ее мужчина. Опа, это же фотоаппарат, серьезно? Очуметь. Забираем, сейчас будем фоткать. Алло, хватит спать. Тут кошатина пришел. Мяу-мяу-мяу, подъем. Интересно. Я стою на его голове. И он даже не просыпается. Вот это прикол. Подъем, старый пердун. Вставай. Ха-ха, я просто на нем прыгаю, а он даже ничего не чувствует. Интересно, вот это крепкий сон, коты. Ладно, давайте тогда сходим куда-нибудь, где есть фотография Мисти, потому что нам надо ее сфотографировать. Отлично, вот это в самый раз. Неплохо. Давай-ка профиль фас-ан-фас. Все отлично, коты. Вы понимаете, нам надо дать фотографию этому цветку, чтобы он понял, кого надо слопать. И сейчас мы как раз фотключил, кого-то она идет. Ё-моё! Быстро бежим отсюда. Она нас заметила, надо куда-то прятаться. Фу. Отлично, коты, мы смогли убежать. И сейчас нам надо будет быстренько отдать эту фотку старому пердуну. Фу, отлично, надеюсь, она нас не заметит. Потому что это будет Габелич, если она узнает, что мы подменили фотографии. Она-то вроде хотела скормить своему цветку графу Дракулу или ведьму. А сейчас получается... О-о-о-о-о, она нас заметила, бежим! Ё-моё! Получается, что мы скормим ее цветку. Плешивый, иди сюда! Не пойду я к тебе! До свидули, мисс Учули! Фу! Быстренько открываем все двери. Я уже запыхался даже бегать. Она реально сумасшедшая. Ладно, коты, спрятались. Сейчас посмотрим, где он там шляется. Училка. Халло, ты где? Тут, что ли? Я не понимаю, куда она спряталась. Вылази давай. А, вот она. Ходит, бродит здесь, тоску наводит. Где же эта кошатина? Понять не могу. Вроде воняет им, но не вижу. Я, во-первых, не воняю, а во-вторых, я спрятался. Естественно, ты меня не заметишь. Я же говорю, ты старая, слепая, уже ничего не видишь. Фу. Ладно, коты, значит, у нас сейчас будет веселый пранк. И нам надо так, чтобы в этот раз нас точно училка не заметила. Пока она идет к своему муженечку, который здесь, естественно, у нас дрыхнет. Ну, ты будешь вставать, нет? Давай, толстячок, сейчас усы ему пощекотим. Ну-ка, давай-ка. О-о-о, как щекотно, о-о-о, какие смешные сны мне снятся, о-о-о. Ах ты, муженёчек, проказник. Ладно, вроде уже училка к нам подходит. И сейчас нам как раз надо прятаться, чтобы она нас не заметила. Все, сейчас будет супер-мега-прикол. Хо-хо-хо-хо, коты, обязательно ставьте лайкосики. Потому что это будет такая ржака, что просто очуметь и офигеть. Дорогой, ты чё, спишь, что ли? Ща бабка моя обрадуется. Ну что ж, вы готовы к суперсюрпризу? Ща я вам тут устрою такой подарочек. Ха-ха-ха. Вот он мой дружочек. Давай лопай их. Ты что делаешь? Нет! Ты что делаешь? Ха-ха-ха. Коты, вот это был прикол. Обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, любите растения и всех вокруг. Всем до скорых встреч!